Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Никита Зиноев. И сегодня я хотел бы завести речь об одном из моих самых любимых фильмов – «Барри Линдон». Не знаю, слышали вы об этой чудесной картине, но о ее режиссере вы точно знаете – Стэнли Кубрик. Лично я очень уважаю этого режиссера. В каждой своей картине он экспериментирует и делает что-то новое. Но давайте по порядку. Кубрик после успешных прокатов «Космической Одиссеи 2001» и «Заводной апельсина» решает снять исторический фильм с опорой на 17-18 век. Поначалу великий режиссер хотел экранизировать роман «Ярмарка тщеславия» Уильяма Текерея, в котором рассказывается об эпохе наполеоновских войн. Вероятно, Кубрика заинтересовал главный персонаж книги – Бекки Шарп, так как она во многом схожа с Наполеоном Бонапартом. Падение Бекки отождествляется с битвой при Ватерлоо, а действие романа завершается в 1830 году, через некоторое время после смерти императора. Затем же Кубрику пришла мысль, а почему бы сразу фильм о Наполеоне не снять? Режиссер написал огромный сценарий, состоящий из 150 страниц, и даже пригласил на главную роль Джека Николсона. Все было готово к съемкам, но внезапно для Кубрика исторический фильм Сергея Бондарчука «Ватерлоо» провалился в прокате, из-за чего компании Metro-Goldwyn-Mayer отказались финансировать Наполеона. Тем не менее, эта мысль оставалась в голове режиссера до конца его жизненного пути. Стэнли собрал целую библиотеку из книг, которые имеют отношение к Наполеону Бонапарту. Он изучил все, от любимых блюд Наполеона до описания погоды во время каждой битвы. Увы, но Кубрик так и не осуществил свою мечту. Сейчас этот проект находится в открытом плавании и крутится вокруг умов многих режиссеров. Да даже сам Спилберг хотел взяться за это полотно и осуществить его в виде мини-сериала для канала HBO. Вот Кубрик только для этого и потратил свои годы, так для того, чтобы его проект мирового масштаба экранизировали для телеканала. Надеюсь, Спилберг так пошутил, и достойное полотно о Наполеоне рано или поздно появится на экранах. Но мы немного отвлеклись. Итак, провал Ватерлоо Бондарчука перекрыл пути Кубрику к созданию фильма о полководце. В то же время на телеэкраны вышла очередная версия «Ярмарки тщеславия». Поэтому режиссеру пришлось долгое время искать другой первоисточник. Как вы уже догадались, выбор Кубрика пал на плутовской роман все того же Уильяма Мейкписа Текерея «The Luck of Barry Lyndon». В России он известен под названием «Записки Барри Линдона». Текерей был английским писателем-сатириком. Он родился 18 июля 1811 года, а умер 24 декабря 1863 года в возрасте 52 лет. Не более года Уильям учился в Кембриджском университете. Там же он издавал юмористический студенческий журнал «Сноб». После Кембриджа Текерей некоторое время путешествовал по Европе и некоторое время учился рисованию у художника Ричарда Боннингтона. Именно благодаря Боннингтону он смог впоследствии самостоятельно иллюстрировать собственные произведения в карикатурном стиле, подчеркивая недостатки персонажей. Например, на этой картинке вы можете увидеть карикатуру Текерея на самого себя. После, достигнув совершеннолетия, Текерей получил наследство в 500 фунтов в год и сразу же его растратил, проиграв в карты. Затем писатель наконец-то стал публиковать свои первые произведения. Что-то он издавал под псевдонимами, что-то он предлагал публиковать в популярных журналах. Первые большие работы Текерея «Кэтрин» и «Записки Барри Линдона» были опубликованы в популярном журнале «Фрейзерс Магазин» приблизительно в 1840 году. В произведении, по которому Кубрик снял фильм, рассказывается история ирландского авантюриста Редмонда Барри, который решил во что бы то ни стало войти в высший свет английского общества 18 века. Дабы не обмолвиться об основных сюжетных поворотах, скажу сразу – произведение полно приключений. Редмонд Барри постоянно в движении, с ним всегда что-то происходит. Прототипом героя романа послужил реально существовавший англо-ирландский дворянин. Писатель многое брал из личного жизненного опыта. И это на самом деле уже о многом говорит, а именно о том, что Текерей стремился с максимальной точностью запечатлеть 18 век. Примерно той же цели придерживался Кубрик во время съемок одноименного фильма. Но об этом я расскажу подробнее чуть позже. Многие предполагают, что Кубрик и Текерей связаны между собой. Оба творца управляют своими персонажами, словно марионетками. Оба любили посмеяться и представить карикатурные образы в своих произведениях. Однажды режиссера спросили, почему он решил снять фильм на основе плутовского романа. На что тот ответил: «Попробуйте объяснить, за что вы полюбили свою жену. Это совершенно бессмысленное занятие». Бешеный успех и популярность предыдущей работы режиссера «Заводной апельсин» закрепил его отношения со студией. И в 1972 году Кубрик убедил компанию Warner Bros. Запустить производство дорогостоящей исторической картины.
Права на роман Текерея никому не принадлежали, поэтому Кубрику никто не препятствовал на пути к созданию фильма по мотивам. Но студия попросила режиссера, чтобы главную роль в фильме исполнил человек из десятки самых востребованных актеров Голливуда того года. Клинт Иствуд, Пол Ньюман, Марлон Брандо не имеют ирландских корней, поэтому выбор был только между Робертом Редфордом и Райаном О'Нилом. Первый от работы в проекте отказался, поэтому роль молодого и пылкого ирландца Редмонда Барри Сквайра пришлось исполнить О'Нилу. Мистер Клинт получит сатисфакцию в любое время, как пожелает, обратившись к Редмонду Барри Эсквайру Барривилле. И ему на самом деле сказочно повезло. Барри Линдон стал самой важной картиной в карьере молодого актера, хоть критикам и не особо понравилась его актерская игра в фильме Стэнли Кубрика. На тот момент его часто ассоциировали с простым пареньком, который должен играть исключительно в легких комедиях или мелодрамах. Но стоит отметить, что актер очень постарался. Его герой хорошо продуман, он храбр и обаятелен, но местами наивен и красноречив. Практически весь фильм герою О'Нила приходится молчать и выслушивать монологи других людей. Да даже со своей женой он практически не разговаривал в картине. Это на самом деле тяжелая задача для актера. Кубрик же считал, что хорошему актеру не нужно много слов, чтобы заинтересовать зрителя. Зачастую пареньку для мелодрам приходилось молча показывать своего героя с разных ракурсов. В одной сцене он может яростно биться с другим персонажем, в другой соблазнять леди Линдон, в третьей ужасно реветь. Во время просмотра главный герой импонирует к себе. Когда он терпит неудачу, его действительно жалко. Когда он добивается своей цели, за него радостно на душе. Во время всего фильма герой О'Нила эволюционирует. В начале фильма он обычный мальчишка, неуверенный в себе и своих поступках. Затем он становится храбрым и уверенным в себе солдатом. Ближе к середине он аристократ и близкий друг шевалье де Балибари. В третьей четверти фильма он любящий муж и отец. Ну и так далее. Все у Райана О'Нила более чем получилось, и на самом деле Редмонд Барри, по моему скромному мнению, один из самых интересных и продуманных персонажей исторических фильмов всех времен и народов. Шестеренки стали двигаться, и Кубрик следующие два года посвятил себя экранизации истории об ирландском амотюристе. Режиссер сразу отказался от павильонов и решил показать настоящий 18 век на большом экране. Что это значит? Это значит, что Кубрик решил все снять в подлинных локациях. Еще в 1968 году он пояснил инвесторам свое намерение, цитирую: «Все съемки планируются проводить в подлинных интерьерах и таким образом обойтись без строительства декораций, как это делалось раньше в высокобюджетных исторических фильмах. Это позволит существенно сократить расходы и повысить качество. Мы хотим использовать новые сверхскоростные объективы, благодаря которым практически отпадет необходимость в осветительной технике. Сцены, снятые при обычном уличном свете, помимо всего прочего, будут смотреться лучше и реалистичней». Полтора года он искал подходящие места и ландшафты. Все архитектурные постройки, которые фигурируют в полотне Кубрика, были построены в промежутке от 12 до 18 века. Сам режиссер путешествовать не любил, поэтому заставлял нанятую группу людей скитаться в течение 300 дней по разным местам. От зеленых лугов Ирландии до неоготических замков Германии. Некоторые локации для съемок Кубрику порекомендовал британский режиссер Кен Рассел, который к тому времени уже снял несколько исторических картин. Также ассистентам Стэнли приходилось снимать в этих местах сцены пейзажей, в то время как с актерами работал сам режиссер. Опять же из-за нелюбви к путешествиям. Работать с Кубриком люди считали пыткой. Для съемки одного только кадра требовалось 20-50 дублей. В некоторых сценах требовалось переснимать чуть ли не сотню раз. Сами съемки картины начались в Ирландии. Среди различных замков и мест невероятной красоты стоит отметить старое поместье Пауэрскорт, которое пострадало от пожара через несколько недель после того, как съемочная группа покинула это место. В Барри Линдоне вы можете видеть интерьер замка в оригинальном и, увы, не сохранившемся виде. Примечательно то, что во время съемок следующей картины Кубрика «Сияние» по роману Стивена Кинга декорации зала Колорадо погибли во время пожара. Обычное совпадение, но я все равно решил об этом упомянуть. Посреди съемок к режиссеру стали приходить угрозы от ирландской республиканской армии по причине того, что их не очень впечатлило, как показали ирландцев в картине. Поэтому Кубрик и компания решили продолжить съемки в Великобритании и континентальной Европе. Там съемочная группа посетила такие места, как поместье Коршем Корт, парк Стоурхед и дворец Бленхейм. В Шотландии же команда запечатлела замок Данробин. Режиссер картины Стэнли Кубрик родился 26 июля 1928 года в Манхэттене. Был воспитан он в еврейской семье. Его отец работал профессиональным врачом-хирургом, а мать была домохозяйкой. С детства Стэнли увлекался фотографией, а в 18 лет стал штатным фотографом журнала «Look».
Также он зарабатывал игрой в шахматы. Но в 1951 году друг Кубрика Алекс Сингер убедил его попробовать себя в режиссерском деле. Все началось с нескольких короткометражек. «День схватки», «Летящие падре» и «Моряки». А первым полнометражным фильмом стала картина «Страх и вожделение». Но настоящая слава пришла Кубрику после выхода в 1960 году фильма «Спартак». С этих пор он стал исключительно заниматься созданием большого кино. Режиссер дважды женился, но удачно получилось только с третьего раза. Третьей супругой Кубрика была оперная певица Кристиана Харлан, с которой он прожил до конца своих дней. У пары было трое детей. Дочь Кубрика Вивиан в свое время помогала ему на съемках разных картин. На YouTube вы можете найти документальный фильм ее авторства о создании картины «Сияние». Кубрик снял много культовых шедевров всех времен и народов. Если же вам интересно мое мнение о его фильмах, то буду краток. Большинство его картин я оценил на 10 из 10. Я огромный ценитель творчества этого режиссера, люблю каждый его фильм и считаю, что в них есть очень много интересных и важных мыслей для человека. Даже мало кем любимый с широко закрытыми глазами я глубоко ценю и считаю одной из его лучших работ. Но самым ярким бриллиантом в карьере режиссера я считаю Барри Линдона. И поэтому я решил начать рассказывать о фильмах Кубрика именно с этой картины. Я обязательно буду возвращаться к остальным работам этого фантастического режиссера, и еще не раз вы о них услышите в рамках ретроматографа. Но давайте не будем отвлекаться от основного повествования. Как я уже говорил, Кубрик был самым настоящим перфекционистом и переснимал каждую сцену множество раз. Но также стоит отметить, что у этого режиссера был свой неповторимый и уникальный стиль. Во-первых, Кубрик любил снимать симметричные сцены. Я имею в виду, что он просто помешан на симметрии. В каждой его картине есть хотя бы один такой кадр. Сами посмотрите. Между прочим, один из лучших режиссеров современности Уэс Андерсон позаимствовал этот метод съемки, и во всех его картинах также можно наблюдать подобные кадры. Этого режиссера вы можете знать по таким картинам, как «Отель Гранд Будапешт», «Королевство полной луны», «Бесподобный мистер Фокс» и «Академия Рашмар». Также стоит упомянуть о внимании Кубрика к мелочам и разным деталям. Он никогда не старался делать повествование слишком быстрым, наоборот. Каждый его фильм – размеренная история с большой смысловой нагрузкой. Он всегда стремился к идеалу и оттачивал свое мастерство годами. Режиссер очень вольно обошелся с оригинальным романом Такерея. Большое количество действий Кубрик выкинул из фильма, концовку слегка видоизменил, а также полностью переменил акцент произведения. Некоторые фразы, взятые из оригинального текста, режиссер перефразировал, а цитата, являющаяся эпилогом фильма, о которой я расскажу чуть позже, была вовсе взята из первой главы романа. Позвольте заметить, эта фраза не является эпиграфом к произведению. Книга рассказывает фарсовую историю, а в фильме же все показывается в более печальном ключе. Меланхоличном, я бы даже сказал. Счастливых моментов в картине очень мало. Если вы найдете сцену, которая вызовет у вас смех, то вы можете считать себя настоящим героем. В интернете популярна теория, что Кубрик хотел подчеркнуть неотвратимость судьбы. А чтобы это бросалось в глаза еще сильнее, в очень многих сценах звучат разные аранжировки сарабанды Генделя. У Такерея жизнь Барри богата событиями. Он остроумен, но не слишком порядочен и может спокойно избить свою жену. У Кубрика же это спокойный, монотонный и немногословный персонаж. Также стоит отметить, что в романе повествование идет от лица главного героя, который вольно перескакивает от одной темы к другой. В то время как в фильме повествование идет от неизвестного, но умного и всезнающего рассказчика, чей голос звучит за кадром. Это лицо весьма аккуратно строит предложение, и его речь приятно слушать, что в оригинале, что с русской озвучкой. Барри's father had been bred, like many other young sons of a genteel family, to the profession of the law. Нет сомнений в том, что он стал бы заметной фигурой. Если бы только он не был убит на дуэли, произошедшей из-за покупки каких-то лошадей. Стоит отметить, что его комментарии отличаются эмоциональными оценками, субъективностью, а иногда даже противоречат происходящему. В то же время монологи и диалоги остальных персонажей сведены к минимуму.
Персонаж, у которого много реплик, по задумке Кубрика, далек от правильного восприятия мира. Барри Линдон Кубрика имеет необыкновенную структуру. Фильм состоит из двух актов с подзаголовками, между которыми есть недолгий антракт. В конце же всплывает текстовый эпилог, о котором я рассказывал чуть раньше. Эпилог. История эта случилась во времена Георга III, когда жили и ссорились ее герои. Хорошие или плохие, красивые или безобразные, богатые или бедные, теперь они все равны. Не правда ли, что эта цитата великолепна и ставит жирную точку в истории? Некоторые утверждают, что таким образом Кубрик подчеркивает, что какие бы люди ни существовали, все равно в итоге смерть их всех уравняет. Довольно жестокая, но, увы, правдивая философия. А что касается подзаголовков, не чувствуется ли вам театральность всего происходящего? Такое редко можно увидеть в кино. И, между прочим, известные режиссеры Квентин Тарантино и Ларс фон Триер взяли из творения Кубрика эту деталь, что стало одной из черт их режиссерских стилей. Многие зрители, в том числе и я, заметили, что в фильме есть еще одна интересная особенность – зеркальная повторяемость событий. Персонажи повторяют ошибки своих родителей, сражения на дуэлях, карточные игры, любовь и даже гибели. Я не буду вдаваться в подробности сюжета, посмотрите и сами заметите. Кстати, раз уж об этом зашла речь, фильм Кубрика местами напоминает стихотворение. Например, дуэль с капитаном Куином в самом начале и с лордом Буллингдоном в конце. Дуэль является одним из главных мотивов произведения. За весь фильм было 3 дуэли на пистолетах, 1 на шпагах, 1 учебный фехтовальный поединок и 1 кулачный бой Барри с служивцем. Но одно дело бокс или фехтование, дуэль же на огнестрельном оружии является более психологическим испытанием. Особенно, когда сражаешься против своего пасынка или из-за какой-то мелочи. Вот лично я никогда не видел смысла в дуэлях. Честь! И только из-за этого погибло столько людей. Вспомните того же Евгения Онегина, ведь ни за что пропал Ленский. Увы, былые времена нам не понять никогда. Также в фильме фигурируют карточные игры, во время которых Барри 2 раза влюблялся, а под конец фильма играл собственной матерью. Но помимо этих 3 партий, главный герой вместе с Шевалье де Бальбари создал целую шулерскую карьеру. Профессор испанского языка Марвин де Луга, рассуждая о фильме, утверждал: «Казалось бы, как формы проявления агрессии, физического насилия, дуэль и ее более масштабная версия, военное сражение, лежат в основе драматического действия. Однако же, подлинная сущность этого мира проявляется в карточной игре, где накануне жизни, а состояние». И в самом деле, Кубрик всеми силами пытается показать нам, сколько лицемерия кроется в лицах британских дворян. Миром правят деньги. По-моему, в то время как книга является произведением с веселой и беззаботной атмосферой, ее киноадаптация более глубже и неторопливее, а местами трагичнее. Ранее я уже рассказывал о 2 фильмах, переплюнувших оригинал в текстовом формате. Не всегда книга лучше фильма, это факт. Но в случае с Кубриком нельзя назвать ни одной его работы, которая была бы хуже оригинала. Что «Космическая Одиссея», что «Заводной апельсин», что «Сияние» — все эти картины кажутся более глобальными, глубокими и продуманными, чем оригинальные произведения. И после этого разве можно сказать, что Кубрик не гениален? Хотя опять же это дело вкуса. Ни для кого не секрет, что операторская работа в Барри Линдоне великолепна. Очень красивые кадры, приятные ландшафты, нежное освещение. И не напоминает ли вам это живопись? Исходя из достоверных фактов, Кубрик черпал вдохновение из картин эпох неоклассицизма и романтизма. Практически каждый кадр словно застывшая картина с размеренно двигающимися или же вовсе остановившимися героями. Режиссер обращался к работам художников Уильяма Хогарта, Антуана Вато, Адольфа фон Менцеля, Даниэля Ходовецкого, Жана Оноре Фрагонара, Джона Констебля, Томаса Гейнсбора, Иоганна Цафани и Джорджа Стапса. Именно основываясь на этих мастерах своего дела, режиссер определился с цветовой гаммой фильма. Практически все напоминает пейзажи или портреты. Вполне возможно, сходство кинополотна с живописью можно объяснить страстью Кубрика к созданию наиболее реалистичной истории. Режиссер, как я уже говорил, снимал в подлинных локациях, использовал несколько достоверных костюмов 18 века, располагал актеров в основном в неподвижных позах. Поэтому магия картинки работает, и фильм нередко называют окном в прошлое, с чем я не могу не согласиться. Все 3 часа ты словно погружаешься в прекрасный мир уже давно усопших людей. Кубрик воскресил дух 18
18 столетия, что ранее никому не удавалось. Даже Том Джонс, который в то время считался эталоном костюмного кино, не смог перенести зрителя в свою атмосферу. Это была легкая комедия, и поэтому публика не воспринимала ее всерьез. Кубрик же знал это, и поэтому превратил плутовской роман Такерея в трагичное произведение. Нельзя вернуть прошлое. Нельзя вернуть прошлое? Нет. Ну, конечно же, можно. Мистер Стэнли Кубрик построил кинематографическую машину времени. Он изучил все детали быта 18 века для создания наилучшего впечатления у зрителя. На мой взгляд, фраза «краткость сестра таланта» не всегда правдива. Как я уже говорил, оригинальный роман Такерея полон приключений, быстро переходящих от одного к другому. В фильме же все тянется неторопливо и монотонно, что поневоле начинает нравиться. Хочется разглядывать кадр за кадром и наслаждаться красотой истинного кинематографа. Режиссер Кубрик считал, что традиционное костюмное кино очень нереалистично, и, как известно, преследовал цель воссоздать на экране позапрошлое столетие. Его дотошность в воспроизведении деталей породила миф о том, что все костюмы в Барри Линдоне являются пошитыми в 18 веке. На самом же деле художник Милена Канонера использовала лишь несколько реальных нарядов. Пара костюмов была арендована, а остальные были созданы специально для картины. Процесс шитья занял 18 месяцев продолжительной работы. Мастера опирались на портреты кистей тех же художников, что написали пейзажи, на которые ориентировался Кубрик для воссоздания живописных кадров. В фильме кишит разнообразие костюмов всех сортов и расцветок, от нежных бархатных сюртуков до белоснежных рубашек с кружевами. В итоге Милена Канонера стала главным голливудским специалистом по костюму эпохи рококо. Главным фактором, повлиявшим на создание фильма, стал выбор подходящей камеры. Кубрик задался целью снять фильм при естественном освещении, чтобы максимально хорошо передать атмосферу мира, в котором отсутствовало электричество. Режиссер вместе с оператором Джоном Олкотом, насколько это было возможно, отказались от осветительных приборов и снимали при натуральном свете. Да даже ночные сцены при свечах были так сняты. Для осуществления столь грандиозного замысла Кубрик купил 3 самых светосильных в мире объектива, которые разрабатывали специально для НАСА – Carl Zeiss Planar. Но Кубрик не мог запечатлеть с помощью этой оптики более широкий угол обзора. К счастью, эту проблему решила фирма Colmorgan, уменьшив фокусное расстояние. Для установки подобных объективов режиссеры модифицировали его камеры, на которые тот ранее снимал «Доктора Стрэнджлава» или «Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу». Для съемок под открытым небом и дневных сцен в интерьерах использовались камеры Arriflex 35BL, Arriflex 35 EEC. Но как много зависит от актерского состава. В Барри Линдоне приняли участие сразу 2 больших звезды того времени. Райан О'Нил, исполнивший Редмонда Барри Эсквайра, как я уже говорил ранее, входил в топы самых востребованных актеров Голливуда и имел большую толпу фанатов. В то же время Мариса Берендсон, исполнившая роль Леди Линдон, была супермоделью, а незадолго до съемок картины журнал Elle объявил ее самой красивой девушкой мира. Это с самого начала настроило критиков против творения Кубрика, так как они посчитали, что выбор звезд первой величины был маркетинговым ходом, и реклама сделает все за создателей. Эх, наивные. Многие также посчитали, что режиссер изначально был против кандидатуры О'Нила, но на самом деле он был более чем доволен его актерской работой. Скорое падение популярности актера можно охарактеризовать его старением. Как говорил сам Кубрик, «Самая загадочная в силу своей бессмысленности вещь, физическая красота, обречена на бессмысленное же наказание – старость». Хотя вполне возможно, что актер просто выжил из себя в этом фильме все, что мог. Многие считают, что и Малкольм Макдауэлл с Джеком Николсом не играли более продуманные и сложные образы, чем в фильмах Стэнли Кубрика, и поэтому для всех, кроме Джека, это плохо повлияло на дальнейшую карьеру. Но лично я считаю, что дело в том, что режиссеру приходилось подолгу разбирать с актером его роль, даже на съемочной площадке. В то время как Николсону было расплюнуть полфильма пробыть в оболочке психопата. Возможно, Николсон талантливее О'Нила и Макдауэлла, и все дело в режиссерском подходе, не знаю. Как я уже говорил, некоторые были заранее плохо настроены к картине. А после ее выхода критики дали Райану О'Нилу прозвище «симпатичные шахматные фигуры», которые Кубрик передвигает по доске своего фильма. Позже многие признали, что это самая лучшая и продуманная работа актера в кино. Про модель Берендсон же в свое время говорили, что она будто сошла на экран с холстов Томаса Гейнсбора и отчасти своей ролью компенсирует, да-да, большинством нелюбимый, образ О'Нила. В актерском составе, помимо актеров на роли Редмонда Барри и Леди Линдон, фигурируют такие люди, как Патрик Мэгги, который ранее уже сыграл у Кубрика того самого писателя из «Заводного апельсина». Food, all right.
Great, sir. Great. Try the wine. В баре Линдоне же он сыграл коллегу Редмонда, шевалье де Балибари. Так вы тот молодой человек, которого рекомендовал Сибух? Да, ваша честь. Также киноэпопею сыграл Харди Крюгер, которого вы можете знать по роли в фильме Михаила Колотозова «Красная палатка». Роль лорда Буллингтона в фильме исполнили сразу два актера – Доминик Сэвидж и Леон Витали. Кубрик уделил много времени на поиски подходящего саундтрека. До Барри Линдона он прибегал к услугам композиторов, но в основном они писали только 1/5 всей музыки в фильме. Остальные композиции Кубрик выбирал среди классики. В Барри Линдоне же все музыкальные треки классические. Он лично выбрал подходящие произведения 17-18 века. Кубрик выбрал такие мелодии, как Гогенфридбергский марш, традиционно приписываемый самому прусскому королю. Марш из оперы «Идоминей» авторства Вольфганга Амадея Моцарта. Концерт для двух клавесинов и оркестра в си-миноре Иоганна Себастьяна Баха. Музыкальной темой графини Линдон является фортепианное трио ми-бемоль авторства Франца Петера Шуберта. Эта тема словно сама героиня, задумчива, меланхолична и спокойна. По мнению самого режиссера, эта композиция лишена завихрений позднего романтизма и тонко балансирует на грани между романтикой и трагизмом. Именно поэтому, несмотря на позднюю дату сочинения, он использовал ее в своем фильме. Второй по важности мелодии в фильме является фолк-композиция Шона О'Риарти «Women of Ireland» или же «Женщины Ирландии». В картине Кубрика она играет не особо часто, но запоминается и впоследствии ассоциируется исключительно с Барри Линдоном. Главной же темой фильма, проходящей через все три часа, является сарабанда Георга Фридриха Генделя. Кубрик подчеркивает ею неизбежность рока. Она является в разных аранжировках и в основном в сценах дуэлей на огнестрельном оружии. Господа, цельтесь. Все композиции были аранжированы и записаны Леонардом Розенманом. Стоит добавить, что режиссер ставил записи в съемочном процессе с целью создать подходящее настроение у актерского состава.
Этот метод он позаимствовал у Серджио Леоне, режиссера знаменитой долларовой трилогии с Клинтом Иствудом в главной роли. Также 9 лет спустя режиссер Милош Форман поступал в работе над исторической лентой «Амадей». В итоге обе картины стали эталонами жанра и образцами гармонии визуального ряда с музыкальными композициями. Премьера Барри Линдона состоялась на Рождество, 18 декабря 1975 года. Выход фильма был предварен очень положительной статьей в популярном журнале Time, где Кубрика сравнили с Эйзенштейном и Гриффитом. Многие посчитали, что фильм запечатлел режиссера в зените его мастерства. Поклонники Кубрика разделились на два лагеря. Одни утверждали, что Барри Линдон такой же шикарный фильм, как и «Заводной апельсин» с «Космической Одиссеей». Другие же отвергали новую картину Кубрика напрочь. Людям фильм показался затянутым, ибо в то время началась эра блокбастеров, и она до сих пор не заканчивается. Для многих кино стало своеобразным аттракционом, на котором можно хорошо развлечься и отдохнуть. Даже сам Стивен Спилберг однажды сравнил фильм Кубрика с трехчасовой прогулкой по музею Прадо без перерыва на обед. Но это не помешало ему отнести себя к крупным почитателям Барри Линдона. Многие современные режиссеры, такие как Мартин Скорсезе, Ларс фон Триер и Жора Крыжовников, признавались в любви к картине. Под ее влиянием Ридли Скотт, режиссер «Марсианина» и «Чужого», снимал дебютную работу «Дуэлянты». Сегодня фильм принято называть одной из самых лучших работ Кубрика и убедительнейшей исторической картиной. А в свое время, увы, фильм не особо был популярен. Но все же в прокате он окупился, и при бюджете в 11 миллионов долларов в США он собрал более 20 миллионов долларов. Многих оттолкнула продолжительность финальной прокатной версии творения – 3 часа 5 минут. Барри Линдон является вторым по длительности фильмом Кубрика, уступил лишь «Спартаку» 1960 года, который длится 3 часа 16 минут. На церемонии вручения престижной награды «Оскар» фильм выиграл в 4 номинациях из 7. Он получил золотые статуэтки за лучшую операторскую работу. Winner is John Alcott for Barry Lyndon. I'd like to thank everybody, especially the members of the Academy. Лучшую музыку. And the winner is Leonard Rosman for Barry Lyndon. Very much to the members of the Academy for voting me this prestigious award. Лучшие костюмы. Ulla Britt Söderlund and Melina Candinero for Barry Lyndon. Accepting the award on behalf of Barry Lyndon in costume design, Ulla Britt Söderlund. It's a great honor to be a Swedish costume designer. И лучшие декорации. Ken Adam and Roy Walker for Barry Lyndon. Unfortunately, the winners can't be with us tonight, but if they were, I'm sure this must be one of the greatest moments of their lives. Thank you. В номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий» Барри Линдона обошел фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Также фильм Кубрика получил две бафты за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу. Многие критики обрушили творение Кубрика. Леонард Розенбаум, получивший награду за музыку к фильму, назвал его невероятно затянутым и нудным, добавив, что вместо музыки в фильме получился бардак из-за постоянных повторов сарабанды Генделя. Многие обозреватели критиковали Кубрика за то, что тот очень многое поменял в оригинальном тексте. Замедленное повествование и аккуратное отношение рассказчика к слушателю вызвали гнев среди многих зрителей. Американская журналистка Полин Кейл назвала введение рассказчика неуместным приемом в кино. Популярный юмористический журнал «Мэтт» в свое время обсмеял режиссера, а фильм был переименован ими в «Барри Линдон», то есть «Нудный Линдон». Да даже в точной передаче живописной атмосферы некоторые люди разглядели халтурный подход. Но как в случаях многих гениев, таких как Винсент Ван Гог, время расставило все по своим местам. После смерти Кубрика во многих городах прошли ретроспективные показы Барри Линдона, и критики смогли более свежим взглядом посмотреть на творение режиссера. Известный артхаусный кинокритик Джонатан Розенбаум назвал творение режиссера самым недооцененным и, возможно, величайшим фильмом Кубрика.
Авторитет американского киносообщества Роджер Эберт сказал, что это один из красивейших фильмов истории. Многие современные критики и киноведы подчеркивают, что введение рассказчика в фильм было выполнено вполне себе удачно, и ныне это стало очень популярно в киноискусстве. Повествователь, голос которого принадлежал ныне покойному английскому актеру Майклу Хордерну, нередко делится со зрителями суждениями, которые создают эффект домодернистской литературы. Он поясняет людям, что движет героями в разных ситуациях. Через некоторое время и зрители также переменили свое мнение. Ныне на популярном сайте IMDb рейтинг картины составляет 8,1 из 10, а как известно, если рейтинг фильма выше 8 из 10, то он обязателен к просмотру. Впервые на DVD фильм был выпущен компанией Warner Home Video в 2001 году. На Blu-ray-носителях фильм включен в коллекционное издание фильмографии Стэнли Кубрика. Лично же я считаю, что Барри Линдон – шедевр. Такие фильмы выпускают раз в десятилетие. Это кино с большой буквы. И без сомнения, это самое лучшее и сильное творение Стэнли Кубрика. Я обожаю «Заводной апельсин» с широко закрытыми глазами, но они не доходят до той планки, которую режиссер задвинул в этой картине. Это один из самых красивых фильмов всех времен и народов. В этом произведении искусства идеально все, от начала до конца. Очень интересный и непредсказуемый сценарий, великолепная актерская игра, одна из лучших операторских работ за все время, гениальная режиссура, ну и, конечно, саундтрек, вызывающий мурашки на спине во время каждого просмотра. Барри Линдон – бессмертная классика. Если вы не смотрели его раньше, то обязательно найдите лишние 3 часа для просмотра. Вообще, если честно, 3 часа мало для этой картины. Они незаметно пролетают, и после просмотра откровенно хочется еще. Я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто был причастен к созданию Барри Линдона. Это все, что я хотел сказать. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поддержите меня лукасом или подпиской. Новые ролики выходят не особо часто, но канал только начинает работу, и вполне возможно, что в будущем их будет больше. Всем спасибо за просмотр, и не забывайте классику. Пока.